переполненный автобус заходит панк. Весь такой на понтах, ракес на голове, джинсы рваные, а в джинсах на дырках перья цветные напихано. Садится на освободившееся место в автобусе, а напротив дед сидит, смотрит на него минут 20, глаз не отрывая. Надоело панку и говорит деду: «Че, дед, прикид, что ли, не нравится? Или сам в детстве не чудил?» Дед: «Да чудил, чудил. Служил я на флоте. Прибыли мы в Индонезию, вышли на берег, и я там жахнул попугая. Вот смотрю на тебя, может, ты мой сын?» Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!